Одно из самых известных мест в Израиле — Гефсиманский сад. Мы на краю Илионской горы, между Илионской горой и горой Скопус. Мы находимся на месте, очень похожем на Гефсиманский сад. Мы в окружении оливковых деревьев. Мы выбрали это место по нескольким причинам. Одна из причин — мы любим показывать вам новые места. Я получил откровение от Господа, которым хочу поделиться с вами я рассмотрю старую историю, которая связана с преступниками на кресте. Я поделюсь с вами откровением от преступника, которое вы должны знать. Давайте вернемся к месту распятия Иисуса. Иисус был распят на холме, который на иврите называется Голгофа. Это слово означает «череп». Есть две теории, связанные с холмом черепа. Одна теория гласит, что это было место, в котором находился череп Адама после его смерти и погребения. Череп Адама. На некоторых картинах времен Средневековья, на которых изображено распятие, также виден череп у подножия креста. Этот череп не означает череп человека, которого распяли ранее. Он представляет череп Адама. Некоторые ранние отцы церкви учили этому. Другие верили. И это та теория, которую мы изучаем сами, потому что ее проповедуют сейчас по всему миру, что Голиаф, которого убил Давид, как об этом сказано в Первой Царств, был обезглавлен. Об этом говорит лишь один стих, и вы можете упустить его, если не будете внимательны. И в этом стихе говорится, что Давид отнес голову Голиафа в Иерусалим. Он убил его в 35 километрах отсюда. Зачем ему понадобилось нести голову сюда? Великаны были последствием того, что Бытие 3 глава 15 стих называет семенем змея. Семя змея – это падшие ангелы, которые стали как люди. Все это есть в церковной истории. Это не какое-то странное учение. Просто об этом не часто говорят. Они приняли облик людей, вошли к дочерям человеческим и произвели расу великанов. Это Бытие, 6 глава, с 1 по 4 стих. Вполне возможно, что Давид закопал череп Голиафа здесь, в Иерусалиме. Холм черепа был связан с черепом Голиафа, а Голиаф из Гефа превращается в гол Гефа, Голгофа. Это мысль. Итак, распятие произошло на холме черепа. Большинство из вас знает, что было распято три человека. Был разбойник слева и разбойник справа, а Христос висел по центру. Весьма интересно, что в истории Пасхи, в 12 главе Исхода, мы видим, что израильтяне должны были нанести кровь Агнца на левый косяк, правый косяк и верхнюю перекладину. И все это должно было находиться снаружи, а не внутри. Обратите внимание, что Бог не говорил им нанести отмет. На пол. И вот почему. Когда они выходили из Египта, то в таком случае шли бы по крови Агнца. Бог не позволил им нанести кровь на пол. В Новом Завете, когда человек познает Христа, а затем отворачивается от него, то он попирает Сына Божьего. Бог дает весьма конкретные шаблоны. Вы можете увидеть это в символизме, в образах Ветхого Завета и в исполнении этих образов в Новом Завете. Итак, левая, правая и верхняя перекладина. Левый крест, правый крест и центральный крест. Мы также видим три взгляда в отношении его. Сотни. Позже говорит: Это был Сын Божий. Другие, находящиеся там, называют его пророком. Они думают, что умер пророк. А третий считают, что Он подделка, не настоящий. Это были фарисеи. Они не верили в Него. Три разных взгляда на три креста. Мы можем поговорить о том, что его руки и ноги были пробиты гвоздями. Кроме того, его Бог пробили копьем. Мы видим три повреждения на кресте: руки, ноги и Бог. Все это соответствует. Шаблону. История становится интересней, если копнуть глубже. Католическая церковь рассказывает нам эту историю. Многие из вас не из католических семей и могут не знать этого. В Ватикане есть подземные библиотеки, в которых хранится множество документов. Том Арко один из них. Его перевели и издали книгу. Я не пытаюсь рекламировать вам эту книгу, но она очень интересная. В ней находятся письма, которые были написаны во времена Христа. В них говорится: о распятии и воскресении у них много документов и в этих документах даются имена двух преступников, которые висели на кресте. их нет в Библии. очевидно, что для истории не важно было, как их звали, важно было только то, что они были преступниками. преступника, который покаялся, звали Дисмос, а того, который не покаялся, Гестос. итак, Гестос и Дисмос – это имена разбойников, которые висели слева и справа. также интересно что в переводе короля Иакова этих людей называют ворами, правильнее будет перевести из греческого как грабители. Они ходили и грабили людей. Вот что вы должны понять. Знаете, кто был у них главарем? Знаете, кто был главарем над этими двумя разбойниками? Готовы? Человек по имени Варава. Теперь. Когда вы понимаете, что Варава должен был быть распят вместе с Гестосом и Дисмосом, которые были его друзьями-разбойниками, в этой истории больше смысла. Вся эта команда должна быть распята. Но вы знаете, что на Пасху была традиция выбирать заключенного, который был приговорен к смерти и освобождать его. Это был пример Божьей милости. Вараву выпустили. Мы думаем, что его звали Варава. Но на самом деле его звали Бар Аббас. Бар — это слово, которое означает «сын». Аббас — это форма Авва. То есть это сын отца. Другой сын отца оказался на кресте, и это был Иисус. Один был сыном земного отца, а сын небесного отца заменил сына земного отца. И все это можно рассматривать еще подробнее. Если вы будете читать Библию, то знаете, что возникает вопрос, почему иудей должен был быть распят на дереве? Петр называет это деревом. Другие авторы Евангелия называют его крестом. Некоторые считают, что это был столб. Они основываются на греческом слове и говорят, что крест был цельным столбом. И у нас есть доказательства того, как тогда распинали людей. Вот столб. И на нем было сидение. Я узнал об этом в селе Назарет. Я никогда не слышал об этом. Там было сидение, на которое опирался человек, которого распинали. Знаете, как оно называлось? Готовы? Сидение милости

то есть, когда они распинали человека на кресте, то давали ему сиденье. Ведь когда ты висишь и не можешь дышать, ты быстро умрешь. Его ноги были раздвинуты. Один гвоздь был в одной пятке и второй в другой пятке. Это интересно, потому что в пророчестве о поражении сатаны, которое Бог дал Адаму в Бытие 3 главе 15 стихе, сказано «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Я говорю об этом потому, что в Израильском музее есть погребальный ящик, который был найден на Элеонской горе, и в нем находится часть ноги распятого человека, и гвоздь находится в его пятке. И когда нам показывают, что ему пробили ноги сверху, то это не совсем верно. Скорее всего, они прибили пятки к дереву, потому что именно пятка должна пострадать. Вы слышали слово? Затем были руки. Я не могу высоко поднять руки в этой рубашке. Руки были над головой и скрещены вот так. Итак, был гвоздь в правой пятке и в левой. Также был гвоздь в районе рук, не в ладони. Это все еще часть руки. Он был здесь. Я хочу показать вам. Он был в этой части. Ведь если бы он был здесь, то руку сразу же разодрало бы от веса. Иными словами, у нас есть традиционное изображение и представление о распятии Христа, которое нужно исправить, и это очень интересно. Как говорит статья, которая была написана много лет назад человеком, изучавшим доказательства распятия. Если руки были скрещены над его головой, скажите мне, где еще в Библии упоминаются скрещенные руки? Это партнеры. Вы должны знать, когда Иаков благословляет Ефрема и Манасию, то, что он делает, скрещивает руки. Иными словами, тот, кто имеет благословение, теперь передает благословение другому сыну почему руки Иисуса были скрещены. Потому что Он пришел в первую очередь для иудею, а не для язычников. Но теперь завет изменится и перейдет к язычникам. Я хочу услышать вас. Нам нужно заправиться, капучино. Я понимаю, что это только первый день, и у вас еще джетлаг. Я хочу, чтобы вы поняли это, потому что через минуту мы перейдем к той причине, из-за которой я рассказываю вам все это. Хорошо? Итак, мы видим, как все это начинает происходить. Ассирийцы и вавилоняне начали практиковать распятие в шестом веке до нашей эры. Греки при Александре Великом начали использовать его в четвертом столетии в районе Средиземного моря. Затем мы узнаем, что римляне переняли его в третьем столетии до нашей эры и использовали на протяжении 500 лет, пока не отменили в четвертом столетии нашей эры. То есть 500 лет римляне распинали людей, которым была назначена высшая мера. Вот почему было необходимо распятие Иисуса. Это связано с кровью. Вот чему учит Библия. Спасение, освящение, оправдание, обновление, рождение свыше, исцеление. Все эти вещи, которые мы получаем в качестве духовных преимуществ, выходят из крови Иисуса Христа. Каждая жертва была связана с приношением крови. Это мог быть бык, баран, агнец или голубь. Нужно было принести кровь жертвы, потому что жизнь в крови. И без пролития крови, вы все знаете этот стих. Нет прощения грехов. Вот почему нужна была кровь Иисуса. Распятие нужно было для того, чтобы кровь полилась с его спины. Ранами его вы исцелились. Книга пророка Исаии, 53 глава. Петр говорит об этом. Она лилась из-под терного венца. Это означает, что он господин над вашими мыслями, над тем, что происходит у вас в разуме. Он об Обновляет разум, меняет его. Ему пронзили Бог. Это его сердце. Он дает вам новое сердце, когда приносит искупление. То есть каждая рана в его теле, руки, ноги, Бог, спина, голова, каждая рана в его теле связана с человеком, его телом духом и душой, разумом и сердцем. Все это искупляется и меняется через веру в кровь Господа Иисуса Христа. Вот почему распятие было необходимо. Должна была пойти кровь. Вот еще один момент. В Торе и многие религиозные иудеи времен Иисуса не понимали этого. В Торе сказано, что если человек распят на дереве, то он проклят. И ортодоксальные иудеи, которые знают Тору, говорят, как мы можем верить в то, что что он Мессия, если закон говорит, что он проклят, потому что был повешен на дереве. Это хороший аргумент, если смотреть на него с физической точки зрения. Но если посмотреть на то, что произошло из-за распятия, то все становится на свои места. И вот что произошло. В Ветхом Завете первосвященник в день искупления должен был возложить руки на козла. Он переносил грехи Израиля на голову козла. Этот козел назывался Азазель. На а у нас он известен как «козел отпущения». Когда на этого козла возлагали руки, то священники становились так, чтобы направить козла с Элеонской горы к Мертвому морю, к горе Азазель. Я был там лишь раз на джипе. Они брали веревку и проводили этого козла по Элеонской горе и далее. Если я не ошибаюсь, у них было девять пунктов. После этого они сталкивали козла с обрыва. И когда он умирал, грехи отпускались. В в тексте всего этого я хочу, чтобы вы понимали, что происходило во время распятия Иисуса. Я перефразирую: Не знавший греха сделался грехом, чтобы мы стали праведностью Божьей во Христе Иисусе. Иными словами, когда грехи оказывались на козле отпущения, Он должен был нести грехи людей. И после молитвы, когда грехи были возложены на козла, это было лишь отправной точкой. Но козел должен был умереть. Было два козла для Азазеля и для Господа. Азазель убегал из Иерусалима, но в итоге умирал. Варава избежал смерти, но потом умер. А козел для Господа должен быть принесен в жертву на жертвеннике. А теперь посмотрите на Иисуса. Отец в Гефсиманском саду возложил на него грехи человечества. Вот почему его пот становится как кровь. Господь не знал, каково это — ощутить грех. Задумайтесь над этим. Его пот превратился в кровь. Бог возложил на него грехи. И когда Он возложил все грехи на Иисуса Христа, Иисус стал нашей заменой за грехи. Вот где эта история становится крайне интересной. Следите за ходом моих мыслей. Я называю это фактором прощения. Вот тот урок от преступника, который вы должны запомнить. Скажите, я готов. Скажите еще раз, я готов. Поддержите меня немного. Я ощущаю помазание. Вы готовы? Это партнеры. Не думайте, что они любят молчать. В Евангелии от Луки, 23 главе, 33 и 34 стихах сказано, «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды его, бросая жребий». А теперь смотрите внимательно. Иисус должен был простить на кресте всех, кто распял его, пролил его кровь, пытал его, избивал его если ты собираешься стать первосвященником небес чтобы позже простить грехи людей то должен быть готов простить грехи которые они совершили против тебя иисус сказал об этом в слове я написал книгу о рыбалке в море прощения Иисус сказал в Слове, «Если не простишь прегрешение брату своему, то и Отец Небесный не простит тебе». Иисус сказал об этом перед распятием. Он знал, «Я не могу умереть с непрощением, потому что не могу позволить своему народу поступать так». Поняли? Если я не позволю своему народу поступать так, то и сам не могу поступать так. И поэтому на кресте он говорит, «Прости им, ибо не ведают, что творят». А теперь обратите внимание на то, что происходит дальше. После этого разбойники начинают говорить с Иисусом. После того, как он помолился о прощении. Два разбойника, они заслуживают того, чтобы оказаться там, а Иисус нет. И один говорит, «Если ты сын Божий, то сними нас с креста, нас, не только себя» Этого человека не интересует его грех, его волнует смерть. Я повторю еще раз, он не переживает из-за того, что он грешник. Он говорит, просто не дай мне умереть. Другой разбойник. Когда я увидел это, то очень обрадовался. Второй разбойник в Луки 23 42-43 смотрит на Иисуса. Я считаю, что Он повернул к Нему свою голову, чтобы Иисус услышал его и сказал: Господи, вспомни меня, когда придешь в свое Царство. Иисус сказал Ему: Вспомню. А теперь обратите внимание на то, что я скажу вам сейчас. Этот разбойник не просил прощения, пока Иисус не простил тех, кто согрешил против Него. Он не сказал этого раньше. Посмотрите на контекст. Он сказал это после того, как Иисус простил людей. Знаете почему? Этот разбойник сказал себе, «Если этот человек может посмотреть на этих людей, которые надели ему на голову терновый венец, избили его и изуродовали его спину, прибили его руки и ноги к кресту и простить их, то он сможет простить и меня». Но обратите внимание на контекст. Они не просили прощения, пока Он не простил их, потому что знали, если Он может сделать это для них, то сделает и для меня. И тот факт, что Иисус простил людей, которые согрешили против Него, укрепил веру в старом грешнике. И тот сказал, я верю, что Он может сделать это для меня. Я хочу на минутку обратиться к Телу Христову. Послушайте, грешники грешат. Люди безумны, потому что они грешат. Люди становятся зависимыми от алкоголя, наркотиков и прочего, и начинают творить безумные вещи. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Кто из вас знает, что у людей есть ген глупости? Кто из вас знает, что если бы были таблетки от глупости, я бы купил их и отправил в Вашингтон? Простите, не стоило говорить этого. Понимаете, если бы от этого были лекарства, мы бы распродали их. Будь внимателен, сынок. Ты принял сегодня таблетку. Греховная природа в людях заставляет их делать бессмысленные вещи. Это природа, которая есть в нас и которая может измениться лишь благодаря Христу. Вот что я хочу сказать вам. Когда вы начинаете осуждать тех, у кого есть грех, грешника, и не прощаете этого человека из-за его действий, вы вредите своему прощению. Я могу подтвердить это на основании Библии. Но когда вы готовы прощать других людей, которые поступали с вами плохо, то вы несете свидетельство миру и неверующим. Ты хочешь сказать, что простил его после всего того, что он сделал, ты с ума сошел? Нет. Я просто делаю то, что Господь сделал на кресте. Я просто пытаюсь следовать Его примеру. Вот и все. Проблема с прощением других состоит в том, что мы хотим, чтобы люди были наказаны за то, что навредили нам. Мы хотим, чтобы преступник был наказан. Есть преступления, которые должны быть наказаны. Это справедливость. Но часто мы так сильно хотим, чтобы Бог наказал человека, что боимся, что простив кого-то, мы оправдаем Его поступок. И поэтому мы не хотим прощать, потому что нам кажется что мы освобождаем их от ответственности за их поступки это не то что происходит здесь. Вы прощаете их ради себя. Ведь если вы не простите, это повлияет на ваше прощение в будущем. Что сказал Иисус? «Если не простишь брату при грешении его, то и я не прощу тебе твоих». Я уже давно на личном опыте понял, что нужно отпускать людей. Я ненавижу лишь одного – дьявола. Я люблю людей. Некоторых из них я люблю больше других. Да, родня. Да, родственники. Понимаете, о чем я? Некоторых любить проще, чем других. Но я пытаюсь показать вам, что преступник понял, что Христос Христос может простить, когда Христос был готов прощать. И когда вы станете тем, кто прощает, грешники начнут понимать, что они могут обратиться к вашему Богу. Вы можете сказать, ты не поверишь, что я сделал. Он может простить тебе то, что сделал ты, но им нужно увидеть, как прощение действует в вашей жизни. Это урок вора, который вам нужно усвоить. Вы должны научиться прощать и отпускать других, чтобы вам получить свое прощение. Сегодня в Израиле чудесный день. Если вы находитесь на Гавайях, то у нас есть планы поехать на главный остров и послужить в церкви Джоша Марокко. Вы можете найти эту информацию на моем сайте. После этого мы приедем на Мауи в церковь Кингс Кафедрал пастора Джеймса Марокко, одного из великих апостолов наших времен. У него сотни церквей, которые он направляет и наставляет. Присоединяйтесь к нам там. Мы также хотим напомнить, что скоро откроется регистрация на пророческий саммит, который пройдет в апреле. Мы хотим, чтобы вы были готовы к нему. Регистрируйтесь, пока есть места. Надеемся, что вы сможете посетить нас. Я не помню, чтобы столько всего происходило одновременно, как сейчас. Все происходит так быстро, что за всем трудно уследить. Я могу сказать вам, вне всякого сомнения, на основании тех снов, которые Господь дал мне, что главный ключ к тому, чтобы выжить в последние дни, во время конца, это глубокая молитвенная жизнь. Это жизнь, в которой вы стоите твердо, преодолевая испытания. Библия говорит, «Претерпевший же до конца спасется». Подписывайтесь на нас в соцсетях. У нас есть планы на 2023 год. Мы будем достигать еще больше стран, чем ранее. Для нас открываются двери, особенно за пределами США, о которых я даже не мог мечтать. Все это делает Господь. Он хочет, чтобы Его Слово достигло как можно большего количества людей перед наступлением великой скорби. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вы присоединитесь к нам на следующей неделе, чтобы посмотреть новый выпуск Фестиваля Манны. Я хочу поприветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу «Фестиваль Манны» сегодня. Вы можете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт perrystone.org. Мы хотим получать от вас все возможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные. И Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними. Они еще называются последние дни. И вот что это значит. Многое произойдет во исполнении библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены две, три, три с половиной тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующий во Христа, если вы молитесь Иисусу Христу, и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле, в течение тысячи лет в его царстве, а править он будет из Иерусалима. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию, то, прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа. А если умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время. И пусть Бог благословит каждого в последующие дни. А теперь обратите внимание вот на что. Очень важно, чтобы вы поняли это. Невозможно, повторяю еще раз, невозможно убрать божественный порядок. Следующее событие — трубы. А за ними — искупление. А за ним кущи. Искупление уже частично исполнилось. Но оно не исполнилось пророческой полноте. Вот о чем я говорю. Нужно, чтобы трубы прошли в таком порядке. Если открыть ветхий завет и начать изучать семь праздников, то там целая глава уделена дню искупления и прощению грехов. Есть главы о юбилейном годе в книге Левит 25. Но знали ли вы, что когда речь заходит о празднике труб, то во всей Библии о нем говорят лишь два стиха. Это тайна. Павел сказал: вот я говорю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся при звуке последней трубы. Это тайна, потому что непонятно, зачем дуть в трубы. Моисей даже не говорит, зачем нужно это делать. Здравствуйте, с вами Пэрри Стоун, учитель и ведущий передачи «Фестиваль Манны». Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале GNC. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнеров, которые молятся за вас. И еще хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру. А это означает, что Иисус Христос вскоре придет. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея 24 главе 14 стихе. Через нашу программу я объясняю вам библейские пророчества последних времен. О возвращении Христа даю вам учение о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете Фестиваль Манны мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним.